были люди, занимались этим делом. И когда я уже перестал быть спортсменом, я понял ту ответственность, которую я несу в истории нашего спорта, что кто-то должен как бы посвятить какую-то часть своего времени этому делу, чтобы у ребят не было таких убогих призов, которые у меня были. У меня на антресолях лежат там медали, грамоты, там, какие-то кубки, на которые без слез смотреть невозможно. И вот эти призы, которые я сейчас получаю, это я дал слово себе, чтобы спортсмен, он имел достойную награду, да, они получают бронзовых атлетов. Красивые кубки, очень дорогие, денежные призы, грамоты, специально изготовленные медали. Там не просто шоколад, который там некоторые виды спорта, извините, олимпийские виды, но ваши организаторы, они просто покупают такие, знаете, вот, в Италии сделаны такие шоколадки. Мы специально заказываем штамп, заказываем красивые медали. Вот, это свои значки. Вот даже, например, я ездил на Олимпию. Это крупнейший турнир в мире, профессиональный. Представляете, этому турниру уже 50 лет, около 50 лет. И никто не догадался сделать значок этого турнира. Вот я сделал значки, несколько золотых, там, позолоченных, вручил всем участникам Олимпии, всем ветеранам этого дела. Первым мистером Олимпии вручил эти значки. Они были счастливы, как дети. Но никто не догадался это сделать. Представляете? Никто, никогда. Сколько времени прошло. Мы сейчас смотрим в журнале, там написано, вот час тренировки, вот полезно, три раза в неделю, по часу, а еще даже и меньше. Ну это что, самоуспокоение? Это все. Результат прямо пропорционален затраченному времени, энергии. Надо хорошо кушать. Надо хорошо тренироваться. Вот у меня тренировки меньше 3 часов, но никак не получается. То, что сейчас вот наш спорт, вот бодибилдинг, в кино, в комиксы, вот считаете, что это хорошо, что дети вот уже... Так вы обратите внимание, вот вы смотрите мультфильм, мультфильм, там черепашки-ниндзя, какие-то зайчики, белочки, медвежата, они все как культуристы, они с мышцами, спина такая, бедра, то есть... Уже это с детства, уже у всех художников в голове мысль сильного человека, зверя, то есть, что все должно быть красиво. Владимир Иванович, а как вы относитесь к явлению такой личности, как Александр Невский Курицын? Ну, понимаете, мне кажется, он хороший парень. Вот. Ну, одел такую вот маску придурка. Понимаете, все врет. Ну, я же знаю всю эту историю. Все, это еще в 95-м году на программе «Тема» мы с ним столкнулись, пригласили его, Шифрина и меня. И вот там на эту тему и собралось народу атлетов. Ну, в студии просто яблоко негде было. Его раздраконили так, что вообще... Я думаю, ну как ему будет там тяжело потом, эта передача такая позорит его. И что вы думаете? Посмотрел эту передачу, все вырезали и оставили только то, что где он хороший парень, я его похлопываю, там все это, но хороший парень, то есть он молодец, он чемпион мира, хотя он никогда нигде не наступал. Последний раз он решил как бы реабилитироваться. Его там соревнования по другой федерации, но там тоже много было народ. И вот у него там друг такой, дьякон есть, Миша, который в той федерации, но это не федерация, это какой-то как бы там частный клуб. Они договорились, вот он вышел на сцену с двумя такими же, как он, никакими. И между собой разыграли среди там 3 человек, которые не занимаются вообще, разыграли там мистер, так сказать, чемпион мира. Владимир Иванович, вот, за вашу соревновательную карьеру получали ли вы травмы? Как вы их избегали? Как боролись с ними? Ну как, ну конечно, там травмы, там и колени, и спина, там, и растяжение связок там было, ну, не то что часто, потому что это же тоже все от головы зависит. Многие там мышцы рвут, грудь рвут, ну, это
Но надо же тоже там, понимать, что, как поднимать, когда поднимать. Это все эти травмы, это не от большого ума, хотя всегда хочется как-то все больше, больше. Вот, так сказать, ты чувствуешь, силу набираешь. Трудно этот рубеж. Да, и поэтому ну, надо понимать, что, так сказать, что тренировка – это шаг вперед, любая. Перед тренировкой – это шаг назад. Также и травмы, и все прочее. Что если мы хотим выиграть Олимпийские игры, то надо, конечно, чтобы у нас же есть и прекрасные институты, научно-исследовательские, спортивные институты, которые занимаются всем этим делом на государственном уровне. Вот, где на государственном уровне? Вот, Китай. Как они скаканули вообще в спорт? Потому что государство начало заниматься. У нас еще есть время до Олимпиады. Но это время, оно уходит, уходит, как, знаете, как вода в ванной. Вот, все быстрее и быстрее там набирает обороты, оно все это. И вот уйдет, и наступит Олимпиада, а наши ребята на кефире. А на кефире, надо говорить откровенно, сейчас нет видов спорта на кефире. То есть это должно быть очень приличное медобеспечение. Только так и медобеспечение должно начинаться с более раннего возраста. Не то, что там какому-то чемпиону что-то помогает. Это я не говорю о допинге. Я не говорю о допинге. Есть различные препараты, которые не являются допингом. Но ведь сколько научных развития спортивных, это же, ну куда все это делось? Но физкультура, у физкультуры есть. Физкультура — это пирамида. Физическая культура — пирамида. И вот ближе к вершине начинается спорт. И на вершине вот этой пирамиды стоит чемпион. Один чемпион, он привлекает в физическую культуру миллионы людей. Вот, например, Арнольд Шварценеггер. Он же человек, который был только в культуризме. Он привлек в физическую культуру и спорт миллионы, миллионы. Я бы сказал, может быть, даже там сотни миллионов людей. Только потому, что он стал сниматься в этих фильмах, что он показал сильного, здорового, красивого человека. Это в подкорке у любого человека. Он хочет, хоть он и говорит, да мне это не надо, мне это не надо. Но он хочет быть красивым и сильным. Он получает сильнее другого. Ну, прежде всего, лень. Да, лень. Это перебороть себя надо. Я же, то есть, через все это дело я прошел. Что бы посоветовали вот людям, которые вот, хотят переступить порог? Да прийти в тренажерный зал. То есть надо ничего прийти, не бояться? Конечно. Начать. Знаете, как Горбачев еще говорил? Главное начать. Так вот, начать надо.